Доброе утро, Красноярск. И череду летних ярмарок открыла продовольственная ярмарка на площади перед музыкальным театром, называется Железнодорожного района. Называется она «Первый урожай». И в прошлом включении мы освещали свежий урожай, ну, в смысле, вот садово-огородные дела. А сейчас перешли к продовольственной. И наблюдаем, как готовят плов. Нам обещали про него что-то рассказать. Заманивают жителей железнодорожного района. Где вот этот вот, главный пловник? Доброе утро! Доброе утро! У нас просто прямой эфир. Это плов по какому рецепту? Плов узбекский рецептом. Вот на костре готовлено, очень вкусненько. Мы каждой ярмаркой вот соучаствуемся. Вот. Скажите, пожалуйста, до 6 часов вечера уже его съедят или еще останется тем, кто с работы? Нет, обед закончится сейчас. До обеда, вы думаете? Да. Проходите. Покушайте. Спасибо большое. Также здесь представлена выпечка. Вот самса, сосиски в тесте, сыры, колбасы, сало. Доброе утро. Скажите, пожалуйста, почем колбасы Ноныча? Ну, сейчас все ценники вот напишем, конечно. Цены не завышены, то есть не сильно дорогая колбасочка. Это вот ваше производство или вы как представитель? Это фермерское хозяйство. Скажите, пожалуйста, а как вот, можете дать потребительский совет нашим телезрителям, как вот понять, что это действительно фермерское хозяйство и все, по запаху, как-то нужно что-то нажать? Я могу вам дать попробовать даже. Мы все даем пробовать. То есть все даете пробовать, да. Спасибо большое. Своим покупателям мы всегда даем пробовать. Ясно. Любой кусочек я могу отрезать. Сам могу скушать, покупателю там покупать. Спасибо. Но еще подойдем к вам. Здесь также можно приобрести мед. И кроме этого, ярмарка начнется вообще в 10 утра, поэтому так все немногочисленно, все так немного. И немного тех, кто представляет свою продукцию. Опять же, сырная, колбасная продукция, да. Здесь вот готовится как раз предприниматель. Осторожно, Миша, тут скользко. Ведра меда. Доброе утро. Скажите, пожалуйста, вот у вас это что за прекрасный мед? Дочек алтайский. Алтайский. Скажите, пожалуйста, сколько вот стоит для пенсионеров? Есть ли какие-то скидки? 300 рублей килограмм. 300 рублей килограмм. Вот они, простые цены. Вы до 6 часов вечера тут будете стоять? Наверное. Наверное. Понятно. Спасибо большое. И вот любимый прилавок Михаила Ткачука. Мясо. Доброе утро. Это у вас что? Свининка. Свининка. Своя хрюшка? Ну, да, деревенская. А сколько, вот, например, вот за такой кусок? 250 рублей самое максимальное. 250 рублей. Спасибо большое. Я напомню, что ярмарка «Первый урожай» Железнодорожного района состоится сегодня с 10 до 18 часов. Там тоже готовят плов, я просто хотел показать. Кроме этого, здесь еще сыры продают, молочную продукцию. И, как мы уже говорили, растительность. Обещали даже привезти ягоды. Ну, так написано в пресс-релизе. А мы на этом свою самую плодотворную, урожайную и ароматно вкусную рубрику «Внутренний кофе с Богданом» закругляем. На среду, чтобы вы вот с этим легким послевкусием вошли в четверг, дорогие телезрители. Алексей, Юлия, пошел пробовать я колбасу.